Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, почему после загрузки компьютера появляется черный экран. Вот компьютер загружается. Делаем выбор системы. И вот наблюдаем. Черный экран, значки, все работает, все исправно работает. А по какой-то причине мы задаем себе вопрос, почему появляется черный экран. Одну из этих причин рассмотрим сегодня. Здесь ничего страшного нет. Просто изменена заставка экрана. Нажимаем правую клавишу мыши в любом месте. Персонализация. У нас выбрано, например, вот эту или эта черная заставка. Давайте изменим это все. Нажимаем любое из этих. Или свою из компьютера выбираем картинку, какую мы хотим. Набираю здесь природа. И сейчас закрываю вот эту персонализацию. И как видим, новая картиночка. И если мы захотим на новое что-то поменять, опять персонализация. Россия выбираем. Все, вот видим, новая картинка. Все значки, все нормально. После перезагрузки, не сомневайтесь, все будет вот так, как мы сейчас поставили. Экран будет в таком хорошем положении. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.